Казанский федеральный университет с визитом прибыл советник по политическим вопросам представительства Европейского союза Томаш Поспишел. Здесь ему представили музей истории КФУ. Спасибо огромное за столь теплый прием. Спасибо за ту экскурсию по музею. Я много слышал про Казанский университет, и вот сейчас ощутил полностью. После экскурсии Томаш Поспишел встретился с проректором по внешним связям КФУ Ленаром Латыповым. Первое направление выбрал именно Казань, ну, поскольку вот я очень люблю Казань. Там это правильно посмотреть. Да, это очень интересное направление. Тут, естественно, очень много интересных тем, которые для коллег будут очень интересны. Вот то, что вы упомянули, отношения как раз русских, татар, межконфессиональные отношения, это просто уникальный опыт, который здесь имеется и который для Европы становится все более интересным. По словам советников, в следующий раз он приедет в Казанский федеральный с делегацией своих коллег для обсуждения совместных проектов. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.